Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня мы будем пытаться отыграться в викенде за мага. Прошлый день мы сделали 4 победы из 6 игр, слетели из Диамонда, здорово, Цирвис. Ситизен, точнее, Ситизен, сорян. Сегодня нам нужно сделать определенное количество побед, чтобы взять эпик пак. Хотя бы. Такая мини-цель. А чтобы его взять, нужно сделать много побед. Очень много. 5 побед нужно сделать. Минимум. Если природа будет попадаться, то шансы будут. Если мне будет попадаться агрота с анубами и со всем прочим непотребьем, это будет без шансов, без перспективняк и паладины, которые бафуют весь стол на варды, на баблы, на броню. Меня уничтожат. Проверим, посмотрим, начинаем. Как бы мне не хотелось это признавать, но разработчики совсем не пытаются замедлить мету. Забыли за свои обещания. Сейчас они просто... как-то коротают время до нового вливания денег в их проект. Поэтому, мне кажется, новостей будет все меньше и меньше, балансов все будет меньше и меньше. Новых всяких нововведений будет все меньше и меньше. А паладинов и воинов мы будем встречать, и нам это будет не нравиться. Но что делать? Муравью член приделать. Поэтому играем. Что он может мне сейчас показать? Всяких пирамидонов легко. Пока не спамит. Но если он не спамит, значит это плохо. Там одни рему в руке. Возможно, ордеры. Бафы. Все такое. Блин, если я сейчас не убью пацифиста, то я его не убью вообще. А за 2 маны у меня ремува в руке нету, в отличие от ублюдков, против которых мы играли на природе. Вот где тут хотя бы один ремув за 2 маны? Нет уже. Время трахать, нужно отыграться за фри-то-плей. Как пойдет? Сейчас расчехлит свои ремувные начала. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Надо убивать. Надо убивать, шансов не давать. Два пацифиста кокнул. Нормально. На следующий ход будет такой сильный разгон маны, что через пару ходов я прям хоть элитку могу поставить, которой у меня еще нету. Это сильно, когда я разгоняю ману, а мой противник теряет существ от моих ауешек. Странно, что эта карта у него не метеоритная, а все остальные были метеоритные. Мне это не совсем понятно. Неужели попался паладин, который не сможет мне ничего сделать?
Чё-то пало не зашло. Да я бы не особо сказал, что мне зашло. Но ремувы, конечно, животворящие. Possibilities are endless. Drum and bass radio. Все, первый пошел. Ладно, все шрапнели в руку зашли. Но unbound это не зашли. Но раз... Главное, что мне зашел разгон маны. Вот и все. Если мне заходит разгон маны, а противник как-то медлит, то это похоронное. Лакич. Вчера у меня лакич был. 4 победы всего из 10 каток. В смысле лакич? Первый раз зашло и сразу лакич. Это закономерность уже. Четыре победы нормально. Но если из 4 игр, то да. Но не из 10. Так, сейчас будут меня, значит, раздевать. О, хорошо. Ремувы я люблю. Нести. Чай 72-го года рождения. Первый хожу. Нет шрапнели, смотри. Нет разгона маны, нет доборов. Скоро в этой игре две победы будет за счастье. Возможно. Не исключаю. Это контроль. Если это контроль, то это... Уже можно консидить. Все зависит от того, зайдут ли мы пятерки. И придут ли карты мне в руку раньше, которые мне нужны будут позже, чтобы я смог украсть. Здорово, Айгуэст. Как Новый год отметил, как жизнь. Вот. Самая тяжелая карта в руке у меня. Осталось вторую элитку только найти. Это контроль. У него проблемы будут, если постоянно фронтлайн это закидывать. Ты какие проблемы? Ну, камон. Он будет уменьшать урон, будет забирать все, все воровать. Воровать пятерками, воровать тройками, сити-планера, вот этих вот стеночки. О каких проблемах вообще речь идет? У меня разгона маны нету. Это значит, что игра будет долгая и тяжелая и неинтересная. Это как обычно. Выпили, потусили, все. Понял. Вот ты доборчик. Вот она, Энфорса. Нужно искать разгон. Нашел. 3, 6, 7, 8.
Ту-т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 у-
Блин, ему карт мало. Он с обилки каждый ход берет карты, и все равно ему мало карт. Надо срочно как можно больше маны разгонять. С этой способностью у Дисепа очень сложно проходить фронтлайн и в лицо бить. Очень большая надежда на Poison. Он кидает рапу. Наверное, чтобы у него не было переборов. Точнее, не трапу, а раптюру. К примеру. Мне мага сложно проходить так. Ты смотри, а ты думаешь, он не оставит поизонов? И трапы. Он все оставит и все сделает, как ему нужно. Я в этом уверен на 1000 миллионов процентов. Тун-тун-тун-тун-тун. Но один поизон он уже просрал, это хорошо. Раптюра. Блин, как у него вот все, что надо. Идеальная карта на идеальный ход. Я думаю, у него будет и второй поизон, и там трапы в руке. Всего-то каких-то 13 карт залутал. Неужели там не будет те карты, которые ему нужны? Ладно, сначала вот так чекнем. Вот второй poison. Все есть. Чек произошел. Чек is activated. Посмотрим, насколько ему будет тяжело пройти таунты. Пошли воровалки. Сейчас солидку украдет. Ну, он не украдет анбаунд, но это бред. Че украл? Лейму добивать меня. Надеется. Нет, он уже две раптюры потратил.
Одну он просто скинул, вот, а вторую в стол дал. У него должны быть трапы, а не раптеры. Focus. Возможно, как-то так. Tiring, сейчас вторая пятерка. Амбереру. И что, он просто так его будет отдавать? Просто так. Таунт. Ему нужен один урон. Но он уже вроде... Вот он, чемпионку уже тратил. А мне нужен мой челик, который похилит меня. Либо... Кекс. Угу. Понял. Хекс. Отлично. Вот это топ-дек. Вторую элитку я, конечно, не убью. Но у меня тоже есть элитка. Или убью. Do it. I believe in you. Пойзена-то нет второго. Он может, конечно, вытянуть штуку, которая снимает таунт. Но он этого не делает. This looks promising. Опа. Илка. What a waste of mana. Winning. Прикиньте, сейчас гидру ставит за 9 маны. Я такой, угу. Гидра. За 9 маны. Флейм, у него в руках молния такая, да. Он, наверное, сейчас укардет вторую.
Пока может. 5 мана есть. Но нет. Совершает ошибки. Ищет вторую пятерку. Можно было вот этого поставить за 2 маны. Посмотрел бы, как он его убивал. Ну чё, придёт мне пирик или не придёт? Пирик не приходит. Can you see? Угу. Уазерфингер. И это летал. Найс. Зачем 5-1, если обилка летал на следующий ход был бы. Мне нужно было сделать так, чтобы он как-то защищался. А так он мог украсть Сериса из моей руки и похилиться, понимаешь? Но мне это как бы не надо. Диамонт, я опять вернулся. 6 побед, я вернулся в диамонт. Блин, в диамонде надо так много побед сделать, чтобы эпик пак залутать. Просто забей. Девять побед нужно в диамонде, чтобы взять эпик пак. 9. 13 побед доберешь и все. Да, да, 13 побед. Конечно. Против десепшенов. Наберешь 13 побед и пам. Сегодня не твой день. Твои предсказания не работают. Работают обратные предсказания. Ты вчера, походу, переел. Так, как бы мне не хотелось найти разгон, но ремувы надо оставлять. Магия Сеп самый легкий матчап. Там природа. Да, конечно. Всегда так было. Мне надо было бабл юзать. Но надо разгонять. Разгонять ману. Мне кажется, этот один хп не зарешает, который я пинганул ему, вместо того, чтобы кинуть бабл и засейвить себе 3 хп. My turn.
Ага, пошли, пятерки. Ну, скорее всего, Хелма будет ворвать ренбаунд. Хелм украл. Рискуем. Хорошо. Так это он, ага, это он с разгоном. Сейчас у него только 6. Не 6,5. Это окей. Пойза накидаем. Не... Ага. Ну окей. Не поизон. Чтобы я точно не убил его. Нет, нет, просто так. Окей. Что там? We can trunk tail play to earn impact сапли. И чё там такого? For my next trick, I'll make you disappear. Сколько вы паков залутали с ивента и сколько будет всего? Так это писали же в статье, сколько их всего будет раздавать за викенды и сколько их будет продавать. Трапа, отлично. В целом Poison он находит, и это, считай, победа. I can't say I'm surprised. That about does it. Супер, сдобор карт, добор карт. Там по результату уже считал чел, по 3 получила, сколько по одному. Блин, да какая разница, больше не раздадут, чем планировали. Если раздадут больше, ну значит цена будет дешевле на эти как карты. Мне кажется, сейчас меня залеталят. У них всегда есть два пойзона. Просто сейчас одна мана тратится, и я консидую. А. Вот так, да? Так мы проблемы решаем. Понятно. Там по результатам в среднем за ивент 4100 паков. Ну да, буду давать.
Ануб. Оставляем. А это зомби. Какой у меня ход? Второй. Это база. Best of luck. Godspeed. Let's see how many ways you can disappoint me. Ничего себе, мне пришел ремув за две маны в самом начале. Вы можете в это поверить? Я с трудом. Зато некроцептер изи. Ой-ой-ой, что это такое? Что за топ-деки, которые мне никак не помогут выиграть? А он стрим смотрит по-любому. Увидел, что у меня нету гоблина, я под некроцептер поставил. А вот он есть, оказывается. Фея. Мне кажется, фея всегда есть в колоде, точнее в руке у зомбаря. Без шансов просто. That's enough for now. Иногда даже не одна. Что там, обелиск? Второй некроцептер. Ничего. Серьезно? Какие же недолгие анимации сделали. О, как же это раздражает. Просто кинул Рэй. Это плохо для него. Ну, мне нечего ставить. Кто знает, возможно ли Годси перевести в эфир. Можно купить, конечно, карту за Годси, продать за эфир, но это долго. ХЗ, как-то можно. Антофа с Фонгом точно знают. Хочу сделать так. Да, есть обменник какой-то, но я не знаю, как он называется. Вот. Лорд подъехал. Ой, анбаунды, где мои анбаунды? Хочу анбаунд. Как и с гоблином было против некроцептера. Можно P2P. P2P не знаю.
Это не ко мне точно. Out of options. Окей, ждем разгон либо unbound. Блин, как же повезло этому зомбарю увидеть мага без анбаунда и без разгона маны. Где еще он такое сможет увидеть? Я не знаю. Кажется, это что-то не настоящее. Ну хилки есть, в принципе. Рей. Сколько это урона? 9. 8. Просто забей. У него все, у меня ничего. Зомби выиграл у мага. Самый базовый зомби. Вот, природка, наконец-то я дождался. Но та ли это природка? Best of luck. Best of luck. Хейт зомби. Зомби из Лаки. But I play zombie, I very unlucky boy. Из Midnight Shadow base rank. Напротив меня зомби, конечно. Максимально. На высоком ранге им максимально везет. Где Даган? Сейчас я только разгон маны поставлю, он сразу Дагана кинет и будет разгонять его. А зачем мне подвергать себя догану головного мозга? Хотя... Окей. Даган в любом случае. Не может быть, чтобы это был не Даган. Нет, это не Даган.
Блин, с таким столом у него full plain карты. Plain меч, plain axewoman. Как-то он шифруется. Это контроль. Ничего не ставит. Кто удивлен, что конпи попала куда надо? Мне кажется, нет таких людей. Блин, если это контроль, он же всех моих существ просто превратит, уничтожит и так далее. Я ничего не смогу сделать. Это же контроль. Он аксвуменов только поставил и все. У меня ни одной семерки еще нету. An endangered species. 3, 6, 8. Мне бы сити-планера. Но где я и где сити-планер? Можешь попытаться подловить на 2 флейма 7 плюс через монетку. Да не. Possibilities are endless. А, я тупой. Я тупой. Хай, из Sage Master. Валька God Cards. No. Is I'm not this card. Don't know if shout sell it or not. I don't know, man. Две конопи, все верно? Все верно. It's good cut, very good cut. Понятно, что это very good cut. Сейчас мне будет показывать very good remove cut. If anyone wants it, they can sell it to you. I don't need buy this card. Просто ему спака, такая имба. Просто такая имба спака выпала. Никакой не засранный не пенек 2-4, а Минотавр 4-5. Просто Минотавр 4-5.
который его похилил, и сейчас еще семерку дал в руку. Дав монетку контроль, не победишь. Но я еще не отдал еще. Две молнии. Или 12, 16 урона. Кажется, сейчас 16 урона или 12 урона кинет. БТВ, вот PC do you have? Из Scroll. Scroll stream. And see you. All my config. Зачем я монетку потратил? Я не знаю. Согласен, гос. EP4G. Thank you for follow, boy. Спасибо за follow. Две молнии? Ну, давай. Нет. Очень странно. Та Апачи, окей, Апачи. Спасибо за фоллоу. Patience is a virtue. 3, 6, 7, 8. Вторая молния. Ну, такая база, просто отвечаю. Until the next life. А сейчас еще Blue Moon накинет через монетку на него. А нет, White Plane. Даю элитку. Сейчас будет дохренелион урона, смотри. Не рандом, а куда надо. Блин, две маны, а у него больше нету оконопи. Компостик. Давай, сити-планера. И вот этого пацана, чтобы, если он выжил. Он сейчас может все превратить в эти... Нет, не превратил. Все, это летал. 21. Но у него странные карты. Я думал, у него будет на 14 урона и так далее. GG, yes of course. Nature is pain versus mage. Летим в мифик. Один раз выиграл в диамонде. Из трех каток летим в мифик. Полет успешный. Мне нужно 3 из 3 делать, чтобы залутать эпикпак.
На 14 есть, на 15 по всем и 12 по одному. Ну вот. 15 по всем и 12 по одному. Если у него были эти карты, то странно, что он их не разыграл. А если у него их не было, то это странный контроль. Вот он, мой любимый паладин. Вот. Два урона, разгон, добор. Я просто обязан не проиграть. Но хожу второй. Лап-лап-лап. Там же имба была, блейды и мортиры с демо. Место просто для... не для этого. Это ошибка. Тогда это сильнейшая ошибка. Пока нормально идем, несмотря на то, что у него много хп у существ. У меня ни анбаунда, ни шрапнели, ничего. Против агропаладина. Сейчас бенедикшн и можно консидить. Радиантик на 5 существ. А почему, собственно говоря, нет? Первый ходил, карты все пришли. Я так далек еще от анбаунда, его даже в руке нету. Просто это хлеборезка не выдержит такого напора. Шесть урона на столе. А у меня нету сериса, чтобы отхилиться. До 10. Сначала думаю, что комба мортиры демо нужна против слабых игроков. 4 раза разыгрываешь демо, просто не понадобится. А сильные мортиры законтрят глимвиверами. Сильные. Так, ну тут как раз... летал. Ну все. Эпик пака точка нет. Я понял твой посыл. Bad days for match players. Опять агрота. Так, ну его нельзя выкидывать. Только не против воина. Let's see how many ways you can disappoint me. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру.
Опа. Приехали. Блин, ну если я соберу точно такого же воина, я же даже близко не буду к мифику, к диамонту. Я буду где-то в аурике, в соляре болтаться. И мне вообще не будет помогать. Ни вот эти гоблины, ни все остальное. Это такой бред. Play your cards right, and I'll make it quick. The possibilities are endless. Tun 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 tun. Ничего не могу сделать. Мог таун поставить, но толку от него. 6, 9, 11. Сейчас опять гоблина поставить на 3 урона. Еще один меч. Ту-ту-ту. It would appear I'm out of options. Do you even... Вот он все нашел. Что еще нужно воину? Просто убил меня 6 картами. А тут магам кому-то 14 побед дает, а кому-то 3 победы. Не угадать. Просто противники очень неудобные. Очень неудобные противники. Блин, на улице знаете сколько градусов было днем? Плюс 6. Плюс 6. Сейчас плюс 7 на улице. 1 января. 7 тепла. Плюс 11. Охренеть. Let's see how many ways you can disappoint me. I don't have enough mana. Так, это если контроль лайт, ордер лайт, то... Оскар Док. Thank you. Happy New Year too.
Погода, да. Температура, погода. Температура, погода, температура за окном. Я думал, это контроль, но это не контроль. Нужен таун за 5 маны, который снимет все варды. Тварь. Давай, кидай ордер на нее, как мы любим. Обратно возвращаем. Ну да. А сейчас Минотавр ордер кинуть или также вернет обратно. Там много мозгов не надо. У него есть проход на через все. Там Астериус, вот. Серн. Пол игры сломанная. Magic will have its purpose in time. 4, 8, 12, 15, 16, 17. Я думал, ордер кинет. Это же прикол какой-то. That about does it. Вот так паладины играют против магов. Семь побед. Сколько? Один пак всего? Это два пака рарных. Одна грота. Просто одна грота в соперниках. И они все еще первые ходят. Это же вообще смертельно для контроль колоды, когда агрота ходит первая против тебя. Let's see how many ways you can disappoint me. This looks promising.
У меня, наверное, половины карт нету, которые у тебя в колоде. Какой смысл? That's enough for now. Да. 43 бакса вообще. Free-to-play, free-to-playные. Два пирика. Димитриос. Арканы. Там два пирика, это треть от цены колоды. У меня нет второго пирика, и как бы не вижу смысла. Просто посмотрите, что они творят. Что они творят? Сейчас какой-нибудь оверкил выпадет сюда. Он еще пятеркой бафнет его на 5-5. Ты, наверное, просто против контроль десепшену не попадался. Вот и все. У тебя одни вары. Мидрейндж десепшен. Ну, конечно. Ни одного контроль десепшена. Один попался, и то... Всего один контроль десепшен у тебя в соперниках. Сиди, не выпендривайся. Да, да. То-то ты у них ни разу не выиграл. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ё-моё. Как это чудо пробить. Ух, мне кажется, все, можно писать ГГ и выходить. Ливана завтра сыграю ивент на маге, буду ждать десептов. Так если тебе их не будет давать, ты ни одного контроля не выиграешь десепшена. Только если ему, ну, очень не повезет, ну прям так сильно, что прям невозможно. Finish.
finish them. Вот во сколько стрима. Специально для тебя на стримах, тогда увидишь, насколько легко против них. Так завтра уже ивент закончится. Какой смысл? It would appear I'm out of options. Хотя бы этого вара я выиграл. После ивента десапка контроля станут легче. Но после ивента никто играть не будет в эту игру. Только вот такие любители, которым все равно ивент не, или не ивент. Понимаешь? Пока идет ивент, все загоняют мультиаки свои и фармят паки. Плюс сейчас еще эти ВВ-паки можно нафармить. И все, они сидят, мифики. И вообще, им не нужно играть в обычные дни. Годсы для них не нужны. Вот для них NFT-шки залутать, вот это да. А в обычные дни ты на любом говне можешь подняться очень высоко. Вот можешь и не подняться. Но поднять ранг на с понедельника там по среду гораздо выше, чем с четверга по воскресенье. Это как бы проверено. А, я хожу первый. Просто лень. 4 дней ивента, пусть и по 18 игр, потом играть будни. Есть же другие дела. Ну вот, видишь. Когда ты на мифике, зачем играть в обычные дни? Там можно за сутки поднять до мифика на Welcome плюс Core деке. Ну, вряд ли. Очень вряд ли. Где мой разгон маны? Почему он сейчас уже будет кидать разгон маны? Мне он еще не пришел. Что за прикол? Три, шесть, семь, восемь. Блин, меня уже овердро, считай. Еман. The possibilities are endless. Весь урон в существо ушел. Блин, Кая тролль тот еще, честно. Когда нужно убить существо, она идет в лицо. Когда на существе вард, весь урон идет вард.
Тролль, никак не сказать. Чистейший. А что за сегодня день Демогоргона? Кто-нибудь знает? Поздравляю всех с днем Демогоргона. У кого он есть? Либо кто его хочет. 1 января. Где-то 200 этих. 200 фрагментов. В мифике за первую, за одну победу. Из первых трех. Сейчас элитку поставит, а у меня хекса нет. А нет. Значит, у него есть хекс, и когда я поставлю элитку. Блин, Ипам, ты играешь без хекса. Как можно без хекса столько побед сделать? Я не понимаю. Здорово, я сам Сейнт. Как природка отыграл. Еле-еле эпик пак получил. Очень плохо. Три, шесть, семь, восемь. Сраные Демогорганы. Да ты просто повезло тебе, не знаю, невозможно. Без хекса на маге. Каких тебе удобных противников давали? Понятно. Все, что весь чат не палит его колоду. Ну вот элитка. А мой хекс я не получу. Уже нету смысла от хекса, если честно. По вторую элитку только если. Блин, какую он карту мог с портала вытянуть? Импровизора вряд ли. А, ну понятно, вот этого он вытянул.
А я уже Кракен Болт заюзал. Сейчас, наверное, будет леталить меня. Может, и нет. Как будто бы unbound, ну да. Это на 5 урона. Какого хрена он отхилился? Ага, рунки пошли. Зачем хекс подаритку, я сам выставлю чуть кричей. Понятно все. Летала у меня точно нету. Если кидать хекс, ладно. У меня жопа, наверное. У него еще две монетки осталось в запасе. Ну да. Ванду поставил. Странно. А гоблин очень далеко. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последний. Он был последний. Этот парень просто был. Разгоняем маны, ребятки. Проверяем. Последние три карты. Два разгона маны и гоблин. Реплей менеджера нету. Ты... Мне кажется, он появится года через 3 только. Реплей менеджер, о чем ты говоришь? Если он вообще появится. Он уже кидал один unbound и кидал несколько шрапнели. Вот она.
Зачем мне нужен был Хекс? Недавно на Твиче, ясно. И пам редко стримит. Looks promising. My, my, what do we have here? Oh. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Разогнал ману мощно. Во, капитанчик, амазонка хорошая. Это неплохая амазонка. Такс, что у нас по фрагментам? 560, ну стабильно, 530, 560. Барахтаемся где-то там, где не надо барахтаться. По викенду. Семь побед. Это два рарных пака. Эпик пака нету. Винрейт падает. Потому что кто не попало... Кто попало, меня просто уничтожают. Без шансов. Все подряд. Все дешманские колоды. За 3 копейки. Нет, у тебя колода, вот стоимость какой помы. Да. Все, значит. Всем спасибо. Вы не забывайте. Там вышло поздравление на ютубе. Смотрим. Не кринжуем. А так, всем спасибо за просмотр. Не забывайте смотреть в зеркало и говорить, что вы лучшие. Но не зазнавайтесь. Все. Всем спасибо.